Звезда Ювентуса будет тренировать футболистов столичного Арсенала. Известный итальянский специалист Фабрицио Раванелли официально назначен главным тренером этой команды. Он тренировал юношескую команду, а в 2013 году возглавлял французский клуб. Президент киевского Арсенала Ивица Пилич, представляя новый тренерский штаб, заявил, что Раванелли ради работы в Киеве отказался от должности в Ювентусе. И теперь они обещают, что легкой жизни у лидеров украинского футбола больше не будет. Я напомню, в прошлом сезоне Арсенал выиграл первую лигу и вернулся в элиту футбола. Я, слава Богу, дали много силы, чтобы привезли такого человека, который представляет в мире футбола. Мы хотим вместе сделать такую академию сильную, из которой будем отправлять, устраивать, можно так сказать, молодые футболисты за границу. Мне хочется привнести свои идеи. Атакующий футбол, подобно тому, как я играл. Я предпочитаю тактическую схему 4-3-3, которая на поле стала судьбоносной для меня и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамье. Я пока мало знаком с командами, но украинский футбол очаровывает. Он силовой, в нем живет дух борьбы.